Современный уклад жизни – это не только бесконечный поток обязательств, информации и высокой динамики. Также это творческий процесс, который часто требует нетривиальных решений. А для таких решений нужны особенные способности. О них говорили в детском доме творчества на семинаре «Арт-педагогика в образовательной деятельности учреждений дополнительного образования». На сегодняшний день здесь создана комфортная, развивающая образовательная среда. В организации работает высококвалифицированный творческий педагогический коллектив. Обучение, развитие и воспитание личности ребенка через искусство в любом преподаваемом предмете – это и есть суть арт-педагогики. Именно благодаря этому предмету появляется возможность привить ребенку способность к нетривиальным и оригинальным решениям, а также раскрыть его творческий потенциал, который, без сомнения, часто нужен и в обыденной жизни. И педагоги предлагают рассматривать арт-педагогику как современное, формирующееся, проективно ориентированное направление педагогической науки, изучающее природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства и художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач. Для более чем 30 преподавателей из Смоленска, Рославля, Десногорска и других районов области такой семинар – это в первую очередь обмен опытом. Как и в любом творческом процессе, арт-педагогика – это поиск индивидуальных методов преподавания. Но целью такого образования в конечном итоге должно быть полноценное и гармоничное развитие ребенка. С помощью средств арт-педагогики мы можем детей обучать, воспитывать, развивать их творческие способности, их этические чувства, их отношение к окружающему миру, их духовно-нравственно их воспитывать. Такие семинары проходят каждый год. Инициатором этих полезных и познавательных мероприятий является областной центр развития творчества детей и юношества. Появляются новые педагогические технологии. Вот как, например, сегодня на семинаре мы рассматриваем такую инновационную технологию, как арт-педагогика. То есть это совмещение искусства и педагогики. Подобные новшества в образовании позволят детям чувствовать себя уверенно на длинном и разнообразном жизненном пути. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.